давайте, знаете, как сделаем? Давайте вы будете к стеночке прижиматься, где тотемы стоят шамановские, чтобы не царить АУЕ. Это дичка. Бля, это просто половина в диске, блядь, сидят, нахуй, половина, нахуй, не слышит нихуя. У нас 7 человек в диску, что все не дошли? А ЦЛК так, такой же приход будет в Дискорд? Да не, кто в Дискорде не будет, то в ЦЛК хуй пойдет. На Груле, там, на Оне, на Майке, все тоже ФК. Ладно, там хотя бы тактики знали и знали, как бегать, что делать, блядь. Так сейчас что, ничем не заходить. А когда он не знает нихуя, то, блядь, надо по-любому заходить. Сейчас никто не виноват был, трэш выбежал, хуй знает откуда. Нет, это бывает тут такая хрень. Тут просто, как мне сказали, проблема с геодатой. Тут блинкануться можно в текстуры, руда, блядь, закопана там на глубине 5 метров. Зато шеем 50 тысяч, да. Да, тут... Шеем готовой. Тут локации, короче, блядь, вони ж недоработаны еще. Поэтому и проваливаемся. И трэш бегает. Стойте подальше от этого купола, ближе к этим судьям стены. Краю, краю, все должны стоять возле края. Че, давайте фулбар. Купол. Плати кресты, там что такое. Я готов. Так, каску, каску на шамана. Где херня? А, вон летит. Какая она кривая, да? Да, вообще, блин. Только параплан. Бля, ну кто, сука, пуляет впереди танка? Рой. Никто сзади не стоит, и все стоят сбоку. А то будете бегать, блядь, в этом, в текстуру. Он хан стоит близко. Значит, смотрит, стоит. Стойте, блядь, чтобы не подбегать. Кто-то забежал туда. Трэш на косаре. Мои роги БП. Кто там? Трикозой. У тебя тринка, да? Да. Ну вот, 4500. Текущий, по крайней мере. Длится. Бля, кто только гроз срывает? Не срывает. То есть она... Да он только... сам вращается, босс. Да. У меня он похуй, я в два раза вышел. Никуй. Кстати, с его проблем не будет. Все только в звезду, он... все в звезду. Сжимаете на босса. Строится с агро по списку. Иди спальте, полы. Леша, он где? Что? Ходить. Вернуть его. Ой, отойдите, отойдите от... Встаньте. Вот справа. Смотрю, это был 3-4, стал 3-4. Ну, то есть на кто ДПС. Нормально.
там есть. Блин. Урона. А там не надо стоять на лаве. Вот, я вижу. Справа где-то вы там стояли. Да, кто стоит, на том дебаф. Ясно. Опять тут зашел. Роман гуляет еще по земле. Да, там дома 2к. Давай, вставайте в залечку все, чтобы ты в хилан подбегал. Ты лучше лечь, лучше не пилет. Брат, стрел, блядь. Садится, садится, дракон. Стойте, земля, видите, земля, бегайте вперед-назад. Да нет, просто можно прибежать на друзья. Ну, чё хиломан? Трёх, тир. Ой, тут интрип-то нет, что ли? Стоит. Далеко, может? Ман, вы без пати со мной. Или нет, какая-то. Роги на другую сторону перейдите просто. Да, лужа, лужа. Это лужа. Пал отъехал. Поднять Б. Чё, 30%? Не, не надо. Пусть бьёт. Кто это тут лужит? Видишь, что в стиле лужи бежишь, жми бабл там, не знаю. Ну, сейчас добьем босса. Варан у тебя с урманем, блин. Кстати. Блин, чиниться. Джипсон. Сделай джипсон. Ты прям знаешь, что? Как там вы стали. Джусей. Эридос. Чё ты не слышишь, короче, опять проблемы. Да потому что ты рыгаешь. Чё я не рыгаю, я прекрасно говорю. Ну, ты у меня рыгаешь. Ты рыгаешь, а я нет. Нормально слышно? Нормально же слышно, Бит? Сейчас да, нормально. Ой, дрыгай. Рыгаванием, да. Чё тут у них? Сука, я у вас... Земля у нас под себя, что ли? Не, Войд, что-то надо тебе делать. Да, ну, блять, наверное, блять. Ебаный дискорд. Посерьезно, ты прерываешь. Да я никуда не прерываюсь, это вы прерываетесь. Опять ничего не слышу. Чел, сразу, я не дай. И все. Опять один для подбок. Теперь научишь. Интересно, эти дураки внизу у каражан видят, как мы боссы это. Здорово, на самом деле, знаешь, что какие-нибудь там ложи. Ложи сделать, чтобы можно было приходить и как это. О, сошел к нам на арену, короче. Вот, на друида нормальный посох. Да, ничего так. Д 550, неплохо. До 232-го шмот. Да-да-да, за звездочкой тут по краюшку бежим, аккуратно по стеночке. Погнали, погнали.
попал на ДД у нас роль. Нюхан на ДД, на что это, на кого роль? Мастер Павел. Дайте посох. Ладин. Рога, дай посох. Все рога, блять, ролит нахуй. А че слышу, Лойд, ставь мастер лут, блять. Че за хуйня происходит? Фу, блядь. Роги не едет посох, шибанут. А он, короче, дроллятор, который нидил пеньку. Ну так, блядь, я же отдал, все там окей. Надо... Так что, сюда, в эту нычку? А да? Он нихера не дает посоха. Ну все, пиздец, кикаем его, скидываем. Это... Мана нет. Ты бухло какое на ману возьми уже, ё-моё. Да все забываю, купите. Сука, как? Ты понял, да? Мятный чай там, что такое. Так вон у шамана возьми там. Сколько хватает? Че, давайте помоги. У нас Владимир Тварам бить. Красный глаз. И тут. Дай шкаф, пожалуйста. Че вы там бегаете? Блок попало. Давайте проходим быстрее. Алло, блядь, лог без ёбаного дискорда, мой, говорит, он не работает. Да они там... Вот, короче, проще делать без дискорда, все, пока, нахуй, до свидания. Нет дискорда, нет рейда, без вариантов. А, серьезно, мне кажется, нужно... активнее двигаемся. И чё там, посохи, не посохи, вот эту хуйню завязываете левого мага. Давайте шуманем арпала. Я вам, блядь, 3 минуты уже говорю, поставьте шкаф на лох, только не вер. Метка кинется на человека, выбегайте с ней с рейда, чтобы не увешать. И пох или кто? А нет. Хуй знает, но там будет визуально видно такие взрывы. Уберите с меня черепок. Вы разобрались там с посохами, со всем говном? Дай мастер лута на шамана, блядь. Вон, вон, еще по... Нахуй вы роги не идите три, как бы в этом самом... В этом, не три, а посох. Че, блядь, нарики, что ли, или че? Давай, серьезно? Давай, я сейчас просто выпадет Т4, блядь, и они хуй получат его. Да нет, идем. Короче, вот этот тени, это пиздос. Я не понимаю, нахуй вообще так. У вас есть класс ваших латы, кожа, ткань, кольчуга. Все, что вам не нужно, не идите, блядь. Ну, в условиях каражана, блядь, вы не идите на мэнси. Если вы не идите на офспе, напишите об этом где-нибудь. Или скажите РЛу, сука.
Не трогайте вообще, блядь, на том, что не ваша по классу. Это начинает бесить прям меня уже, если... Не знаю, как вы, блядь, меня это калит, когда так... Ты деревья что, ролят шмот, сука. Я успокоюсь, когда не будет такой хуйни, тогда я буду спокоен. Это, тирамису, ты в РК? Хил передал Триню, по-моему. Да, я отдал Триню. Я сразу отдал, когда мне сказали. В чем проблема? Да нет, все нормально. Может быть, проблема в том, что разбойника 2? Ты не подумал? Ну так я говорил, кому надо Триня. Киньте обмен. Ко мне подбежал один, кинул. Окей, я отдал. Ой, по поводу Трини вот этой. Ее роли 2 разбойника... Тенинь выиграл, ой, Тенинь выкинул 55, Фрикозоид вроде 42. Я посмотрел пароль, я запомнил. Если там ты считаешь нужным, пусть кто-то кому-то отдаст. То хай ролят дроги, просто кинут ролл. В чем проблема? Нет, они уже кидали ролл, там какие-то проблемы у вас. Так а чё сейчас с посохом-то делается, я не пойму. Блядь, тирамису, пиздец, заебал нахуй. Какая хуйня, пришел твином, блядь, заебал. Туда снова нахуй одевается, а не твины, блядь. Нет, слушайте, в чём проблема? Рога занизил посох, пусть отдаст рулю его. Нахуй ему. Какого Роги посох? Ёбаный в рот. У того Роги, который обиделся на то, что Фрикозоид забрал Триню. Дай ему посох, что пошли делать? Дальше, чё за хуйня? Да пускай удавится, нахуй. Вы чё будете, блядь, рейд руинить, нахуй, из-за своих ёбаных пикселей, сука? Я ливну с этого сервера и уйду нахуй, если у вас гильдии так люди себя ведут, вы поняли? Передайте обратно код. Я забыл, слушай. Чё? Давай там. Что за каличное, блядь, поведение, нахуй? Все взрослые люди, мы все, блядь, 25+, какую-то хуйню устраиваете, блядь. Это первый раз такая. Передайте посох и дальше идите, заебали. Заводи в комнату сюда, мол. Друид, тебе посох дали, нет? Нет, никто мне ничего не дал. Строго отдал. Да пускай оставит себе, нахуй. Мне тоже как бы насрать, ребят. Я тоже сказал, пусть оставляет себе. В чем разница? Надо ему. Окей. Психовал. Че, других посохов не будет? Короче, придет вечером Вовчик, бля, я им нахуй выкинем его нахуй. Не в этом делай. Он объяснил уже, как нужен шмот, если мы идем на группу. Есть классы, есть ваши капы. Если вы не чужие, ну окей. Я могу, конечно, хуйню какую-нибудь, да, на порошку, там, секунд 10, сорвать, дать. Но это мы играем, потому что год. Бля, мне тут вообще нихуя не надо. Я пришел, бля, чтобы вас задеть, нахуй, и все, да. Блядь. Знаете, вот это говно, на друга идите, потом обижают. Посох тоже, нахуй так делает, не пойму. Не относится, конечно, к тем, кто так не... Мне и на посох насрать, ребят, я ж уже объяснил все. Эрдру ролит, блядь, на ДД. И все нормально, я ж ничего не говорил. Когда он Триню ролил, я начал кипиш какой-то, нет. Так я отдал эту Триню, в чем проблема? Мне сказали, не так положено, окей. Паролу. А ты просто взял и отдал кому-то, ну молодец. Ну так в чем проблема отдать им между собой? Разобраться, кто там с ролью. Я вам сказал уже, из рог кто порол бы был. Все, один рог выиграл, который Тинень. Фрикозоид, отдай ему Триню-то, блядь. В чем проблема? А Фрикозоид говорить может? Могу. Да. И что, у тебя ролл меньше был, ты этого не заметил? И как у меня было 42, у него было 55. Ну вот ты передай. Написал. Да я передам, блядь, я написал. Ладно, мне все, в пизду. Сейчас начнется еще и сюда полетят. А что он сказал, не надо ему или что? Что ты ему написал? Видимо, нет. Мне вот эти приколы не нужны. Вот, как-то, ну, ребят, ну, да так это делается. Походу, это уже дело принципов, блин. Я не хочу таких принципов, я не хочу вот это говно наблюдать в рейдах. Сейчас начну рейды водить, если такая хуйня будет, повылетаете сразу, блядь, пойдете в волчат, и там будете, блядь, ролить друг у друга хуйню всякую. Вас там тоже будут кикать. Классно, возьмите сейчас
релить, ролить твое поко. Вас сюда спит. Друид упал, хила нету. Коли упал один хил. Бьем трэш быстрее, дальше не агри. Второго хила тоже нет. Ну значит лечитесь нам сами. Даша, мало. Два хила лежат. Ничего страшного. Все, лежите. При... дальше. Проиграем сейчас через джаб. Моба и есть. Не агрите, сейчас резну. Весь не. Относитесь друг к другу с уважением. Всем нужны шмотки. Смотрите ролл. Не надо так. Не надо сидеть, молчать, а потом говно писать всякое. Не надо хуйню делать в ответ. Не, ну типа был, смотри. Было бы за что еще. Не, блядь. Даже смотри, просто подумайте, блин. А, он, блядь, шов хилов, ролил, блядь, триню с ядами, блядь, себе и типа. Да окей, в чем проблема? Мне сказали, я отдал, разбирайтесь, кому дальше что там надо. Да не, видишь, вопрос уже, видишь, по-другому ставит. Ну хочешь узнать, зачем ты нажимал нужный, понимаешь? Ну типа я почитал по трене, мне как бы на кошку можно было бы. В данном случае друид просто не понял, что ему нужно, что на его класс. Вот, я за это тоже хотел сказать, что человек не разбирается. Мы ему сказали, но он все понял. Да, ему сказали, он передал без всяких проблем. А то, что Рога начал ролить посох и вот эту хуйню устраивать, вот такого я не хочу. Твой, а что тебе надо? Все, ситуацию разобрали. Не должно быть. Спасибо. Все, дальше все делаем, напуливаем, хорошенько играем, не слакаем, хуйню никакую не агрим. Или будете исключены из рейда, я не хочу такого видеть. Возьмется какой-то алчат, какой-нибудь любой вагон, блядь, и будет играть с нами. Ну, если ты пишешь, да, и тебе не отвечают, так напиши еще раз. Напиши 2-3 раза, поспам ему в ПЭП. Может он загасился, я не знаю, что у вас за ситуация была, но... Я не хочу срача видеть вот этого вот конфликта, их не должно быть, этих конфликтов. Мы в игру играем. Так что настроение себе верните нормальное. Слушай, Войт, видишь, еще я смотрю по поводу, люди не могут зайти, как ты собираешься с ними ходить в рейд, 5 там, 10. А 25-ки начнется, сразу с этим всем разберемся. Не, просто я за то, что как бы не все, во-первых, это этот день там не с один, можно бомжей одевать, блядь, 3 КГС. Так, аккуратненько вот этого моба приведите. Я моба приведу. Я думаю, идем на группу лут, посмотрим. Раз я их не поставил. Только по приглашению. Насколько? Сначала моба бьем, потом босса. Босс агри. Убиваем моба всех. Из босса выходит искра, искру бьем. Астральный огонь вот это говно. Моба забили, искру. Моб портанулся, бьем моба. Убейте его, добейте. Искру бьем.
О, перхоть посыпалась. Все РДД в звезду станьте. Чтобы милики не бегали, бля, за искрами. Да, подойдите, пожалуйста, сюда, кроме ханта. Где кроме ханта? Ну, еще по тактике. Ну, сейчас, когда он заюзает прилив сил, как маг, типа, ману буду восстанавливать, я даю геру и фул ДПСом его. О, прилив. Геру. Мы искры не бьем, бьем бот. А чё, от прилива сил по нему дэмэдж увеличен? Да. Да-да-да. Бля, я думаю, а чё я 35 тысяч бью, блядь? Я думал, нихуя себе триня, блядь. ДПС, там 7 тонн. 6-7 урок. Пока пиздел, забыл, сука, брус. Токен, на токен, воин, жрец, друид. Этого только друидов. Так, что там туда дальше? Друид тебе, вот, блядь, за посох тебе, а ты, блядь, страдал, переживал. Да нет, ты не видел, что на мне было просто. Там пушка... Да, дальше, да. 226 на 200. Звезда, ведина. Вроде сюда. Куда-то вот здесь вот справа по краешку, вот так, опа. Подождите, а чё лок-то не резнули? Погодите, давайте резнем его. Друль, резни лок. А потому что он, блядь... Я врезал перед боем, не знаю, чё он не встал, блядь. Я врезал перед боем, досмотреть. 100% помню, рез проходил. Да, он отошел куда-то, наверное. Блядь, АФК-шит, значит. Решил полежать, ну. Но... АФК-шит в рейд, блядь, может больше не собираться с ним. Давайте двигайтесь, кто там? Лок, ты будешь вставать? Вставай, беги быстрее. Лок, на ВРКаш. Слушай, коллег этих выпаливал АФКшеров 25. Смотрит ДПС после каждого квартала. Свой и всех остальных. И сверяет. С учетом. Ну, СПД кому даю? Фактически никому. Рулю. Прыгаем вниз. Рулю и шамин никому. Короче, агри от этого большого моба. На нем, если появляется дебаф, башка там РДД не бьют. Или кулак милики не бьют. Я сейчас каменный кулак. Не бить. Нет никакого дебафа. Вот каменный кулак. Увеличивает урон на 30. Стоп ДПС вообще. Только танк агрит делает. Жесть, как круги.
милики стоп ДПС. А чё, он возвращает часть урона, да? Он бьет, возвращает урон и вызывает еще и искры, которые наносят АОЕ. Сначала Моноедова, а потом вот этого. Вон робот пишет. Чё там надо? Лока, перчатки не видела? Какие, каких перчатках я что-то не понял. О чем речь? Чё? Наверное, на тир. Кольчужные. Так там щитки были. Кольчуга, наверное, была, да? Ну, там щитки были, я там шамановские плечи были вообще. И я от них отказался, мне не нахрен не надо. Могут взять, может хан взять себе на трансмут. Нет, фальпал сюда. Да. А кистицы роговские? А это роговские, они у кого? Ну, а их лог взял, блядь. Лог, передай роги. Сколько вы кинули на эти перчатки? Посмотрите роги. Или кто-то один рулил. Они с трэша падают. Эти перчатки. Да не, лог, передай рогам. Не, просто вот тоже никто не заметил. Да, 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 я согласен. Лог, ты в РК? А, его нет же. Ну, блядь, что поделаешь, сука. Надо объяснять людям так каждому, блядь, лично, нахуй. Не, надо было просто мастер-лут оставить и выдавать по приоритету, кому что надо, а не вот это, блядь, хуй. Не, со временем люди привыкли ролить то, что им нужно. Один-два человека каких, все, на сразу включится голова вдруг. Видел, не сварил. Все, забрал. До свидания. Твоя шмотка с рейда. Пока. Я когда в гильдии водил на их, у меня зеленка всегда пыль. Кто за ней делал один раз, попал, второй раз кикс. Идеальная была дисциплина. Насчет этого. И по своим, не по своим классам тоже. Если не делит, то писать. Я на транс. На транс. Тихо, мне срача, мне теперь что тоже не впали. Давайте действительно просто без срача пройдем, потому что вот это вот выяснять, то куда, зачем. Тихо, ребята, лог офнулся, я так понял, или перезаходил. Так, перезашел. Еще раз. Он офнутый был, я писал, не видел, наверное. Объясни ему еще раз, если он тупой. Или не знаю. Тупой, может, не знаю. Пока салют наеды какого-нибудь. Одного. Так, сейчас перебегаем оно, монореги вот эти, заливаем. Так, давайте теперь нам наверх нужно или куда? Да, да, да. Сюда, веди их. Сюда, это куда? А, где? Звезда. Сюда веди, где звезда. Еще большой. Блять, это вайп, сука. Стопните дамаг. Нет, стопните дамаг. Маленьких бьем пока. Маленьких так. Убили. Маленьких. Теперь играем в квадрат. Стоп ДПС. Стопайте, когда на нем кулак, не бейте. Будем его. Кулак милики не бьет, когда голова РДД не бьет, когда, блядь, два дебафа вообще никто не бьет. Никто. Сейчас никто не бьет. Роги, не бейте. РДД бьете в двух. Искру можете убить, Роги. Муф нет, только дарь. Сейчас кулак на квадрате кончится, милики квадрат.
Искры убили. Подхитим. Искры убиваем сразу. Так, два моба осталось, живем. Вроде ничего сложного. На квадрате нету бафа, бьем. Звезды бьем и искры. Хильте, хильте. Эй, капли сама. Шаман, ага, похиль. Так, хлюпал я вот эту нюху, например. Ладно. Ну что там, на лизоне какой-то добав же? Что рубит, отъезжает? Хлюпал то, что полный, ну, непонятно. Где кулак, они бьют, наверное. Не-не-не-не-не-не-не, там плюс астральная эта херня, и там все вместе. Да, там что-то вешается. Вот сейчас вот почему? Почему Халипал умер, он умер? Потому что его искра запиздясь. А, набрал бра. Стоять. Все, всекайте этого пидора уже. Рез, своих сразу, блин, рез. На мобов смотрите по сторонам, что в агрике все подряд. Все в звездочке, блядь. Кто не знает, как бегать, все в звездочку станьте. Похуй, милик, дальник, блядь. Лок, что ты там, перчи будешь отдавать? Мне там надо это, квеста, книжечку забрать. Сходим. Слышишь, Лока здесь и нету. А где книжечка, я не знаю. Локу напиши в рейд или в поинт. Вряд ли он. Вон захват оторвался, кинем. Что, идем мобов тогда таких забиваем. Да, вон где моб. Мишка, да, вон. Или моб там стоит. Давай. Рога-фри, как ты говорил, Зака, сейчас про перчатки. Ну так вот, видишь, лок, ты... Кидай ему обмен, а лучше сейчас перчатки. Сейчас ты ему кинешь. Ну все. Я вот не люблю таких ребят, по сути, все пиксели на самом деле. Похуй, Сирус, Шин за 50. Это пиксель, это лут, это просто игра. Этот лут еще будет меняться, блядь, 150 раз, нахуй. Вы сретесь, сука, за глимый, блядь, кусок, нахуй. Ненужной хрени, блядь, которая, сука, в следующем рейде будет что-то другое. Конечно. Ну чё ты, все уже, тему закрыли вроде, это самое, по скриптам, как говорится. Вы имели в виду, что, ну... Я не знаю, я к такому не привык, Войд. А вот этих не... мобов, по идее, тоже надо. Это мы не будем искоренять, если это на них. Войд, если, короче, впал с бинды за хуй. Не так комфортно на БГ теперь играть. Если почти фулл ПВП купил. Дайте там квесты быстрее и пошли дальше. Что, книжку-то делаете, читаете, что ли? Да, все, да, сделал. Кстати, а? На ачиву, что ли, где мудрости, что ли, или как? Нет, это же цепочка. Вирус нарисованная. И какая цепочка, на что? Какая-то цепочка, которую ты не делал. Цепочка на охоту. Мне предстоит, потом хорошо. Я тебе говорил, ключи эти ебаные надо делать, ты что-то не делал. Я делаю, мне еще одна РБК нужна. Делаю постепенно, как могу тогда. Сначала маленьких мобов убиваем, потом большого. Когда маленький на лол хп остается, прожимаемся, да, сразу и прохилим. А то он взрывается, ауе.
там, да. Он сбивается с станом этот взрыв. Да. Это. Не, ну раньше он тупо вайпал рейд. Эти взрываются. Не-не-не-не, пробегаем за звездочкой все. Зарывайся в комнату. Забираю весь трэш. Череда вообще опасный скилл-то. Шкаф какой-то заходим, да? Не-не, дальше в следующей комнате. Ну вот, а скверны купили. В чем? Собирай трэш. Так. Ой. Штука? Штука, конечно. Штука. Он же редкий. Да ладно, я полетел фармить. Кто? Вот Аскверн. А, да, он редко. Ты знаешь, где он? Там, по-моему, ТП-шка хранит. Слышишь? Ой. Короче, я гляну, где он. Я тебе скажу, где его хранит. Да он не фа... Он падает рандомом с этих. Второй добычи как сосокнуть, что ли, или что? Там чекну. Он называется. Северный лотос, да, или как он? Не, на северный. Лотос скверны. Лотос скверны. Давай там куй, где ты там? Давай бегу. Так, тактика на этого босса. Ведешь его прямо в стенку, разворачиваешь и тулим его. Все РДД стоят в звездочке. Если появляются цепи, все свечиваются в цепи и сбиваем их. Я буду анонсить, на ком цепи. Так, мне в стенку, да, упираться? Ну, так прямо беги. Там два портала будет, с них будут мобы выходить. Там мобы то хрень. Дальше. Он так, мог захват, все, агрен. Мобы будут выходить, мобы можно не свечиться. Самое главное бить босса, и когда в цепи кто-то попадает, сбивать. Что за цепь? Скажите. Я не верю. Вы видите. В этом зеленом квадратике, вот, попало рога, свечимся. Понял. Так, и что делать надо тем, кто попал? А, убивать его? Да, сбивать там 145 тысяч. Типа как щит вешается. Так само как на леди, типа. Ну да. Только там... А у ЕС дайте, убейте моба. Нет. Роги, дайте вихрь свой. Вихрь клинков. Как? Да мы добавили, мы даем когда. Чтобы их не было миллион. Да. А какая разница, они все равно, ты одних убиваешь, другие выходят. Ну ДПС это тоже нормально. Цепи все. Моментально все.
цепи все. Вообще плохо. Раскидывайте больше трэш, пожалуйста. Слышь? Мне как бы и мало. Что такое? Вот посох на мишку. Да. Ну чё, посох надо кому? Конечно, прикольно. Рогом. Не, посох здесь. Ты чё, не понял, что ли, логику, блядь? И поясок, и нормально. Да вообще дальше. На НХ посох, я ему. Это говновуд. Ну чё там, друида, что-то кожа какая-то с СПД упала. Дух. Так, вон там вижу трупы мобов, значит мы оттуда пришли, значит надо вперед идти. Вот следопыт. Просто. Даже еще не залутанные трупы. Сука. Хуя я 11.5 даю, да? Я свои две нормально нажимаю. Ты бомжов, экипировки. Это считай, на лече будет двенашка. Да. Ну, баб. Что я сидел? Да. Еще 2 рубля. Демон нормально это будет. Где будет? Че? Где это будет? На лече 10 оп. Ну, когда вордалаки. Когда вордалаки не... есть, а потом, конечно, меньше. Как ты не попадаешь, почему все мать. Сказали здесь, знаешь, что он играет через скот, через ожогу, через ожогу. Ты скажешь. Я отвидал ожогу. Так, стоим, 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 все стоим в звезде, никто в комнату не заходит, закроется дверь и лок не попадет к нам. Что делаем, заходимся вместе или что? Да, сейчас, короче, ты его ставишь тупо в центре комнаты. У него там 3 или 4 фазы. Первая фаза, он, короче, ну, вообще сбиваем все ему касты, блядь. В приоритете этот маговский, блядь, стрелы. Потом он вызывает мобов и пускает, короче, дождь ледяной. Все, ну, короче, в центре стоим. Когда он притягивает, все от него убегаем, блядь, к стенкам. Стоим, ну, то есть на максимальной ренже от него, он взрывается. Когда он кастует венец пламени, все стоим и вообще никто не двигается. Ни мобы, ну, то есть все просто стоим и скиллами бьем, никто ни шагу не делает. Кто пошевелится, блядь, вайп рейда сразу же. Ладно, погнали. Беги, на стой, 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 подожди. Погнали. Че, заходим? Так, куда его? В центр или куда? По центру, да. И все стоим в центре комнаты. Когда он притягивает, блядь, разбегаемся. Про касты не забываем. Все касты нас... Сбивайте! Крыла не сбей. Все касты Поверь. Сбиваем. Блядь, ну че? Они не знают очередность, можете про касты не переживать. Мы не договаривались за. О, чародейский. Мы просто. Сбивай. Мы просто все втроем сбиваем один каст, так что не кричите особо за касты. Не, в приоритете чародейские стрелы сбивать. Конец пламени, на все месте стоим. Стоим. Все стоим, не шевелимся. Пламя. Бить-то можно, да, куда я гоняю? Бить можно, да, ходить. Можно, но желательно. Ну. Руки убрать от клавиатуры и постоять просто. Сколько там секунд? 4 осталось. Потому что если пробел нажмешь или кто-то шевельнется, сразу весь рейд умирает.
здорово, надо и попробовать. Бить. Надо побольше таких механик, чтобы, блядь, люди были повнимательны. Хоть когда в яму идешь, когда ребята машинками, блядь, ну это все призовут. Видите, да. Дождь, все в центре стоит. Дождя уходить, да? Там, блядь, глупые люди. Вижу, понял, пойдем, пойдем, блядь. Сейчас, Венец, Венец пламени, Венец пламени, все стоит. Руки от клав убирать. Что же вишенка такая хуйня? Это прям скучно. Делай что-нибудь здесь такого. Скучно, говоришь? Да, сбегай. Радиски взрыв. Сбегать. Ой, мне пиздец. Ничего страшного. Не, минус 2. Нормально. Дух, смотри-ка, нахилал. Блядь, тренька. Смотри-ка, меткость, скорость. Жезл прикольный. Триничка, что это такое? Это... Давайте. Дальше двигаемся. Ловая. Куда звезда веди? С тобой бежим. Ставь звезду, веди. Фолипалки здесь, у них она. Давай. Набегу эти бафы раздавайте. Палов или бафы, друлей. Лапу там. Блять, во что я уперся? Книжки уперся. Ты что-то мне напомнил, ты что-то. Эйс Вентура, твой ствол упирается мне в ногу, блядь. Как это Лесли Нильсон, да, стоит на скрипке, играет ящик, а перцем выдвигает своим. Я тебе говорю, фильм с самым переводом сила, блядь. А чё он заявился? Куда он пропал? Куда-то, ну, пропал. Сука, блядь. Ты испугал моба. Вот он. Сука, призрак. Скрыться хотел. Спасибо за это. Че хуй знает. Ты, наверное, молодец, что СС постоянно кидает мне, когда можно ему за это спасибо сказать. Даже не прошу, все равно кидает. Слушай, а вот это Консквард, это девушка же, да? Которая пришла, кстати. О, я не знаю, по-моему, это мужик. Суслятинг, по-моему, это парень, насколько я помню, в рейде, по заметке. Вообще без понятия. И русская баба, ты говоришь? Амил. А вроде ничего так хитрый. Кот, насколько. Да это мужик, он общается со мной как мужик, блядь, чё, не вижу, что... Ой, баба не баба. Я с ним вообще не общался. Видел, греет, а всё. Мы с ним не пересекали. Смотри, Суслятина всё знает. Да, вообще, раз всех. Суслятина как фокус, короче, ко всем я подкатывал. В гильдии всё чекнул, как бы, так. Прошали. Не, этого... не надо его бить. Налево или куда? Нет, там сюда. Не, бьем, бьем его, только сейчас под стеночкой бежим. Под левой, да? Да, я сейчас покажу за звездочкой. Там или перекуры вроде. Попись сходить прям. Попись, да, конечно, левка обсуждать. Напиши время. Ну иди налей, пока одного моба бьем, черпал один похилит. Ну да.
Ладно, вдвоем мне АФК. Это пиздец. Ну мы увидим, я думаю, сдохнуть полностью не должны. Думаю, в рейдах увидим и... Что-то на обочину выскакиваете и... Наш метод по ВП пришла сюда, наверное. Матрицу вспомнил, где этот Морфеус такой. Хватит попыток, просто бей. Просто бей, да. Тут ПВП. И еще, говорит, я даже воздухом не дышу, блядь. Ну да, Ольден нормально патрулил меня. Сука. Мне такие все напоминают роб, которые попали в... Куда? Я не знаю, куда? Сейчас заходим в комнату и все направо. Тут дракончик, да? Светофор. Да, ну, да, да. Пустота. Я помню, синие это ДД, у синей сферы стоит ДД. В синей буду стоять я, шаман. В зеленой будет стоять этот... Хил, воет? Не, воет. Почему воет? Зеленый же хил стоит или кто? Не-не-не, у хила тогда ХП не будет. Не, мне говорили, а ты в красном стоишь, танкуешь. Ну, короче, ладно, говори тогда. Я. Нет, я просто к тому, что... То есть, почему я должен так делать? Видишь, разница вот в чем. Видишь, там к синей ДД должен стоять, красный танк, зеленый, кто там, милит. Ну, наверное, красный да? Дает тебе дебаф на агро, ты агришь его еще лучше. Ну все, погнали. Синий добавляет, блядь, этот урон магический. Зеленый отхил. Так, где красный сфер? Вот, возле стола. Первый. В другую сторону его, ага. Веди его к столу. Когда, блядь, уже начали бить. Нихуя, нормально. Все четко. Ой, а что за черный? Не выходить на... Да, на мняшках не стоим. Так, посмотрим, что дает она. Ага, я... Урон уменьшен тут. Ну, слови луч, двигайся, чтобы он славливался. Так он на мне. Ну когда отходишь, он может на другого перекинуться. Нет, он перекинется, если кто-то будет ближе меня стоять. Попробуй подойди ближе меня. Сразу огром. Приготовьтесь, когда босс замрет, отбегаем к окнам все. Когда встает прозрачно. Да. А да, Лен. Отбегаем на максимальный. Фаза изгнания, секунду, смотрим. Побежали. Теперь, когда босс прокастует и пойдет, ты ставишь его вот здесь, на вот этот круг. Также ловим лучи. И когда здесь он замрет, уже отбегаем туда, где эти шкафы книжные стоят. Короче, бегаешь как портал. Да. Это, портал глыбы так. Вот это хуево сейчас, захиливаю. Еще я сапугал всем. Почему в нас это прилетело? Что-то неправильно было или что? Мне просто моб, блядь, бежал нахуй вот. Ставь здесь. Прекрасно, блядь. А вот сейчас вон он. Ставь. Вон он, в углу. О, все. Дойдите отсюда, дойдите от красных. Во. Протягивай немножко, чтобы наши лучи тоже в нас попадали. А все нормально. Хорош. Не зеленый. Че, почему зеленый? Встань туда, хил, блядь. Может, тут дракон далеко, давайте что-то. Зеленый почему-то, но не на фоне, что за хуйня. Может, блядь, тот, кто встает, нахуй, неправильно, блядь, ставится дебаф, и он уже два раза взять луч не... Ну, почему? Я же брал синий, я пробовал. Прошлый карьер. Во, видишь, нормально все. На месте нужно встать некто. Такой он так... Те, кто не должен ловить луч, блин, остальные, наверное... Луч перекидывает. По ощущениям, вроде. Побежали к столу. Бежим быстрее. Бегок можно включить, хамт.
И мы съебем быстрее, урон же не получаем, правильно? Потом отключим. Хан, слышит вообще нас? Хан тоже, блядь, без голоса. А сейчас что-то луч был у меня, он что-то не ловился спином. Что-то там друид потом стоит. На тебя этот, когда, ну, закадашилась. Поднимайте порталы, порталы занимайте, зеленый в центр. Вот тут возле красного и танкую его. Зеленый в центр. Блядь, так надо кинуть его, наверное, да? От луча, блядь, никто не перебегает луч, нахуй, никому, чтобы не мешать. Вот так вот делаем. Ну, заебись. Вроде держи. Не крути его, блядь, не крути его. Я поставил, чтобы не вреться. Друг люди встает. А синий где? Коробка. Проведи его, блядь. Отойдите от красной. Стоять ближе к красной, чем я. Отойдите, сынар. Потом займете позицию свои. Таким темпом сейчас еще изгнание будет. Бля, уходим. Побежали? Уходим, уходим, уходим. Что хан включает беговку? Не знает ли что? Бабл это не пробивает, я могу не отбегать. Отлично. Если ты не отбежишь, он будет кастовать, пока ты не отбежишь. Да? Видишь? Подождите, подождите. Он начинает кастовать, когда ты раньше. А вот, ничего, на, я работаю. Вот красный стоит возле, блядь, трубы подзорные. Лицом на красный портал. И все, и стой в центре. В другую сторону, вон красный портал. Где красный? Ну, вижу. Все, красная моя. Сейчас будет. Сейчас на меня три. Уйди отсюда, рога. Пустань. Да все, добивайте этого пирога. Во-во-во, пирог. Ладно. Пошли, что, Молчазар остался? А шахматы не работают. Работают, убивали. А я не знаю, что, долго бить шахматы? Слушай, когда я не попал на них, потому что дверь закрылась, 5 или 6 минут бить. Вообще, шахматы недолго, но те, кто без связи, блядь, то нема смысла их, короче. И бить. Ну чё, смотри. Подпускаем, не пускаем. Порогом кулак обновите. Тут есть ремонт. Кто хочет поремонтироваться, можно поремонтировать. Купить рейги и всю хуйню. Саба, слышишь, что шлять купи рейги нормально. Ты вечно без регов. Пятьдесят четыре. Сейчас убьем Молчазара, последнего босса. Это отдохнем минут 10-15. И желающие, кто сейчас в рейде, пойдем и к десятку, пронесем быстро. Есть желающие. А дальше что, Оня там, да? Ты Оня хочешь собрать ГРУ? Оня у тебя КД. Ну, эти 25 это 8.30 РТ. Короче, собираешь вот этот трэш и разворачиваешь от рейда его. Потому какой что... трэш? Вон, мессажеры. Где он? Они вешают дебаф, и он наносит огромный урон. Поднимайся сюда, что ты там, блядь, на доске бегаешь? Какой трэш, где он, блядь, стоит на доске, бегает? Да-да-да, я думаю, где-то... Их я помню, мессажу. Скажите, что я могу для вас сделать, блядь? Смотри, осторожно, танка может убить. Да, не веди их сюда, разворачивай их там, блядь. Буду раскидывать их.
Где она, штука? Наелась. Отворачивай от рейда, слышишь? А моб не под текстурой, нет? Под текстурой. Упала. Сейчас назад пробеги, чтобы вышел. Вот. Боже. Чё, он кливый? Чё-то я хуй знаю. Рыгает, наверное. Не трать моё время. Ну как? Я ещё по... Ты шукал е... Линк. Ой. Чё ты говоришь? Зияющая пасть называется каст. Можешь почитать, что он делает на его входе. Наверняка какой-то АУЕ. Если надо отворачивать. Большой масложор. Черык, блядь. Нашла. А, надо же еще нота чумного убить. А еще... После ника, может, либо надо. Перед ником, кстати. Перед... Рык. Час на следом, блядь. Ну, можно еще с Артариона завалить. Так, тоже. В чем не в шахматы не будем, да? Да вот этот типок. Вот типок, я. Значит, смотрите. Сейчас он отойдет. Сейчас он отойдет. Значит, ты будешь стоять вот сюда, спиной к стенке. Держать босса. Милики. Когда будет каст и у вас хп уменьшится, забегаем вот сюда, где крестик. Будете в крестик бежать и отбегать. Все, чек на пул. РДД знают, куда там. Место, если не будет от метеора, скажешь там, куда бежать там. Шаман. Давайте. Спиной к стене. Набираем агро на пул и роги там ты. И баш. Ближе к стенке подведи. Проведи и вот сюда немножко в крестик босса, вот, вот сюда немножко. Ага, подтяни. Вот, отлично. Нифига не видно. Ну ничего страшного, не переживай. Тупо стоит. Ушли в крестик. Бежали, милик. Быстренько ушли в крестик. Отбежали. Эти кулак, хороший паладин, кто там, забери. Когда бригаде будет. Пояс не терять. Ёбаный сейчас уехал, да? Метеорит упал возле. Да, да, да. Да, есть так. Давай, сейчас подумаем, тихо. Пока что бейте. Нет, теперь... Пока что бейте. Фу. Бейте, бейте. Значит, друид, давай, меня резай, и больше ДПС дам. Ник. Void Defender. Да. Теперь милики все бегут, блядь, к РДД, нахуй.
уйти за... Все в звездочку, все в звездочку, блядь. Где ты туда, блядь, побежал? А типа рез? Кого? Когда, блядь, лол хп... Ладно, пробуйте, что там, по хп добьете, нет? Я ковыряю, нормально. Минус 3 дд. Пол хп снесли, так. Должны выжить. Беж... Бля, натки. Ага. Вот кольца, сколько радиус? Там же просто подальше от босса отбежать надо или обязательно за стенку ныкаться? Я встаю, звездочка, и как раз. Слушай, вот. Что не достаю? Ощущением. Максимальный рейндж, максимальный. Ощущением. Я палом отбегал. На прошлом лето где-то. Сколько там у тебя каст? Сама. Один и четыре. Нет, вот. Там, по-моему, около 40 АУЕ, то есть 35 метров. Касты там по 36, по 38. А, рейндж? Да, рейндж касты. Ну да, у меня... Радиус. 35. 30. Значит, АУЕ минимум 30 метров. Вот и все. Вот отбегайте на это расстояние. Должны добить, да, я думаю? Все зависит от метеоритов. Да. Блядь, к вам полетели. Давай, отходим, отходим. Бля. Ну, а как? По-другому никак не мог пойти. Он сплошоу ебал. Да. Я убегал с этой херни. Короче, понятно, с метеоритом проебались просто. Угу. Да тут рандомные они, блядь. Ну просто чем дольше бить, тем, блядь. Больше. Че, живете там пока нет? Сколько там у меня хп? 24%. Слушай, так неудобно так. Просто кошмар, я не могу камеру отдать. Да вообще жопу. И детка. Под стеночку. Вы противостоите не только мне, а и все, я и всем под базар. Ой, хиль. Сад про КД 50. Прожимов нет. Там когда один хп вообще похуй, любой дамаг. Не открыты все реальности. Все, минус, да? До свидания. До метеора опять ебанулся, у нас там уже. Давай сейчас, блядь, по фасту. Слушайте, на самом деле, это все хуйня. Мне кажется, его гораздо удобнее тупо танчить в центре. А мелики отбегают. Все время танчат там. Да? А ты танчил хоть раз? Лучшей тактики нет. Не-не, ты сам хоть раз танчил там? Да. Блин, куда надо, куда танчил? Надо, куда надо, куда надо? НПЦ, привратник. Куда перемещаться? Библиотеку? Ну я вообще-то риснул бы все. Ну ладно. Бежим. А, в библиотеку? Да, в библиотеку. Меню. Короче, не знаю, как тебе там кошмарно неудобно танчить. Я сейчас, конечно, попробую дистанцию прописать, блядь. Тут нету удобного места, чтобы его танчить. Он откидывает, он тупо откидывает, все равно дело не в стенку. Откидывает. Дело в том, что я у стенки стою и обычно камеру над собой поднимаю. А здесь я не могу ее даже над собой поднять, чтобы отслеживать, куда метеор. Тебе не надо отслеживать. Тебе должен кто-то говорить с РДД зоны, куда летит. Блин, ну это тоже такое себе. Если они заслапывают, кирка залагает, я что буду, как лох в этом, в луже в этой стоять рядом с големом? Ну ты танк, ты все равно от этой лужи големом. И плакать, блядь. Да, да, да. И танк стоит, ждет, когда ему скажут, что делать, блядь. Охуеть. Неудобно, короче, надо найти сейчас позицию для себя какую-нибудь. А вы что, там вайпнулись опять или что? Нет, мы просто бежим пока. Сейчас бежим. По кругу, блядь, это первый. Только надо что-то придумать еще.
макрос этот на дистанцию дохуячить. Сейчас гляну. Бля, еще раз туда бежать нахуй, впадлу, блядь, давайте убьем в пизду сразу. Вы на X1 еще до Аниксии не бегали. Знаешь, откуда бежали? С верхнего края. Через всю эту... Через все полевые топки. Я сегодня, блядь, для кожевничества, для этих, для стихий, по-моему, блин. Чтоб квесты засады делали, блядь, пришлось бежать из-под города, блядь, в Хиллсбрат туда, в очко в это. Да, это бегал. Бля, куда идти? Мы проебались, короче. Пришли к этому дракону, заблудились. Бля, здесь будет сейчас прыжок, нахуй. Да, внутри где-то спрыгивали, да? А, вот здесь прыгают точно. Да-да-да. Все, вот, приседаем на арку. Я не присел. Смотри, нихуя я забинтовываюсь, да? Плохо быть варом, нельзя похилиться. Все прожил. И безудержно. Где мобы, говорит, блядь? Я по углам бегаю, думаю, блядь, может, что не увидеть. Зеленый хагри, похуй. Надо было подойти к этой пешке. У них это, окошко разговора вроде висит. Где мобы? Ебать, мы тут бегаем нахуй. Опять там массажера, блядь, какой-то забыли. Массажера? А он вроде не агрится, мы мимо него побежали. Да хуй с ним. Хуй с ним, как лосняк. Сидит там в текстурах. А, там еще лежат, блядь, отдых. Я не знаю, как резать. Друид там, короче. Да хоть бы тела покинули, стояли в инсте, что валяется, непонятно. Ну да, вас хотя бы присуманили, блядь, проще бы, чем нахуй. Я не хочу дойти, резать его нахуй. Ну сейчас-то покидайте, конечно. Не знаю. Да, блядь! Что там лежать будет? Съебись тело, и все будет заебись у тебя, друид. Есть какой-нибудь что-нибудь на ману попить, или штру, или там, я не знаю, мне все кончится. Вставайте, заходите, тело, вы инстрессайте, и вас суманем, здесь шкаф стоит, пьем. Пока друид там раздупляется, я в ка. Давайте минутку. Резай тело, друид, мы тебя суманем, шкаф пока есть. Покинуть тело. Зайти в инст. Шкаф стоит, друид. Вот. Тыкаем. Шам отошел пока. Проди, не готов. Нет, его пока не резать. Слушайте, почему? А, Элемус. А, тогда. Сколько он там дал? 19 вроде в своем. Бафаемся. Где лок? Что этот пал где? Хули пал унюхан. Этого нет. И еще пала нету хила. Не один из собери. Который унюхан, он там где-то. Где он?
Да он винсте, но внизу там. Че, бафы смотрим? Паладину каску полипало. Каску по хулипалу ниже. Кто там, лимон? Чек на пол. Хан. Ставь босса. Начинаю. На пул даем. Подальше отведи. Ага. Не, все равно помогает макрос на дистанции. Понятно. Будет сюда метеор, просто ломимся к дверям, откуда пришли. Говорите, пожалуйста. Как в рай. Я нихуя не вижу. Да стой ты. Короче, включил режим от первого лица, играю так. Даже лучше. Counter-Strike, блин. Я только копыта вижу, если ты, чувак, бегаю еще. Потому что по-другому вообще не могу. Не очень неудобно. Привет. Здорово. Угу. Блин, здорово. Выбежали. 1025 гер. Выбежали. Вот так, нахуй. Это что, это два хила? Пилота убил. Ну, вот так. Ну все, хули. Хил... Шаман хиль. Хули подел. Да не, вайп. Ладно, прикрыли. Да нет, там дамага нету, блядь, давай тебе. Желтый джаб. Отбежали. Обрез, да. Бейте, нахуй. Когда по 30% можете уже не отбегать. Ну, там, блин, слышь? Подхиливай там. Еру, да, блин. Так я подхилю, я играю через... Через... Мало хила. Убежали. Можете не отбегать, у вас хп не уменьшается. На последней фазе не уменьшается, что ли? Чем на последней фазе уже хп у вас не уменьшается, можете бить на бегу. Да, сука, ёбаный дискорд, нахуй. Дискорд, давай. Чё бейте этого пидора просто? Я настройки поставлю по... Если это не поможет, выкинь нахуй своего провайдера. Вези его в лес в багажнике. По-любому. В милизоне слева. Отбежали все... немножко, отведи немножко. Хорош, бьем. Ты думаешь, все, нет. Подхильте танка. Хильте, дайте ка. Сейчас упаду. Ревностный. Ревностный, больше не роняйте его. Отводи, уходим к звезде. Ушли быстрее. Ушли. Уходим. Веди куда-нибудь нам. Все, упал, да? Не вариант было вообще никуда бежать, да? Отдал ШВ, бейте. Бейте, может убьем.
500 тысяч, 500 тысяч, пацаны, поднажали, блядь. Дабл таун. Дэхи, от... Все дела. Не, нихуя нет вообще, блядь. Похиль меня, я пока держу, он по тебе 6 тысяч бьет, похиль. Ага, 200 4 тысяч. 4%. Все, пиздец. Сука. Да, упали, мне некуда туда бежать было, там 3 ебать, было. Ебать, мужик, вы мне расскажите, блядь. Хилы, хилы как объехали, блядь. Как это такое могло произойти? Вдвоем, блядь. А что вы делали? Они раньше не держали, а танк чуть-чуть босса, блядь, от стены отвел, и он ебнул. Короче, они ближе были, чем звездочка, блядь, и все. Ориентируйся, да, на звездочку, это все. И как бы босса я так или иначе буду дергать, потому что босс меня кидает влево-вправо по стенке, я и лозю. Так что это ваш косяк. Я же не бегал с боссом по площадке. Если так, а что за ваншотная херня? А, я сказал, всем звездочка, никто не слушает. Ну все, тогда кто в звездочке не стоит, тот, блядь, валяется, что поделать. Все, Шам, короче, звездочку на себя, там на опыте выбирай ранжу, и если кто-то не стоит... Он там, не знаю, пусть вводит с памятью. Бля, мы куда мы пришли? Тут оба мы здесь были. Куда идти? Ёбаный рот. Ёбаный каражан. Сейчас еще бегать тут будем полгода. Два хила, блядь. Вон, вон туда, по-моему, спрыгивают, да? Холли Пауэрру сдохли. Как так вообще? Холли Пауэр, Дру, вы поняли, да, что надо подальше стоять, как звездочка, подальше звездочки. И так вы все достаете. Не подбегайте близко к боссу. Кольцо этого говна убивает вас. Ваншотает, блядь. Вот вы сдохли сейчас. Мы без вас тоже сдохли, блядь. По 3% не хватило. Если бы один хил сдох, мы бы затащили сейчас. На последней фазе он кидает два кольца просто, ребята, еще. Ну что, это значит, все равно отбегать надо, да? Не, то есть милики не отбегают, отбегают только РДД. Значит, нам отбегать, если не изначально ставить звездочки. Или я не прав? Ну, точнее, дистанцию надо держать в любом случае. Ну все, ставь звезду и пусть держит рендж. Не держит рендж, значит сами дураки, блядь. Зато в следующий раз пойдут, уже будет охуенно стоять, никто не сдохнет. Да, за этот раз, блядь, 30 минут уже проебали. Тут зависит еще все от рандома, блядь, этих ебаных, сука, големов, блядь, где они упадут. Они да, могут вообще падать в одну точку, тупо. Ты а могут, блядь, падать по всей карте, блядь, нема где стать. Ну, то есть... Ты видел, сейчас на танку упало три, и я прям, ну, в трех аурах. Я не знаю, куда бежать. Я же говорю, бежи к дверям, и возле дверей тупо падает еще один голем, и все. Чиниться не забудьте справа сразу, кто бежит тут. Справа починка. Желтый там и так далее. Удобно сделали, да? Такой вайповый босс. Иди починка. Первая починка возле коня, но там надо репутацию. Вот, знаешь, я думаю, со временем кражам будет проноситься максимум до 40 минут, когда все привыкнут на автомате. Да, блядь, 40 минут вряд ли. Нужен гир, чтобы трэш быстро заливался. Ну да, когда уже будет там... Мы основой за полчаса его проходим. Ну да, когда эргирный пати, я думаю, можем тут прибегать, блядь, как в ОС. Ну да, там, наверное, пятером, блядь, один тупо. Танк, блядь, один хил. Килл и куча ДД, да. 8-270, так, конечно, тут все рассыпается. Не, просто 3-260 и выносят все нахуй. Че там, ресаем? Где вы, далеко лежите, нет?
квесте. Ну чё, кто смелый? Вот это ближнего резать, и кто-то дальнего. Только чтобы босс близко не был. Нет, а и того, и того, и меня, и его можно поднимать нормально. Босс мне достанет. Сколько нам проблем доставил, да? Да пиздец, нахуй, я сейчас устал.